Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург, я в семи цветах на московском. Вот такая вот орхидеечка, это беглип, но без точки роста и нет корней вообще. Привоз отличный в плане выбора, да, но единственное, что не очень корни. Корни, конечно, не радуют. Посмотрите, какой хорошенький, какой вот он весь полосатенький и такой приятненький, красивенький. 309 рублей, корешочки хорошие, то есть не залиты, да. Беглип я уже показал, еще один есть беглип, но у беглипа здесь корни, листочек, ладно, корни ничего, но тогда что-то мне, вот темное пятно, жаль, потому что маленький такой беглипчик, пролесный. Вот, и вот такая печалька с ним приключилась. Тоже орхидеечка. Все, чуть ли не сказала беглип, потому что было много беглипов, поверьте мне. Такая красота. Это я уже показывала, нет? Вот прям вообще яблочко, такая красотулечка прям вообще. Вот еще. Смотрите, да? Красота. Ну, мы уже выбрали, что самое красивое. Обычно белый я вам не показываю. Так, это у нас мельтония 635 рублей. Сейчас, аккуратненько. Главное, зайка моя, не упади. Новые привезли мельтонию уже дороже. Так, это 635 рублей. Хоть, знаете, бери. Потому что то ли они подорожали. Эти мельтонии уже по 945 рублей. Знаете, настораживает, потому что вот то, что вот, как я понимаю, это было, они по 659 рублей. Но какая, понимаете, боишься попасть на... Я хотела бы одну купить, одну, но такую, которую хочу, которую я знаю, по цвету мельтония микс, а вот какая расцветка, не знает никто. Ну, я имею в виду, кто-то может и знает, понимает, как это. Разбираться, выбирать я не понимаю. Вот хорошенький тоже экземпляр, правда, одна псевдобульбочка здесь. Вот так. Красота. Ой, как она мне нравится, феррарочка. Просто прелесть. Феррарочка. Вот такая темная красота. Такая темная красота. 309. Нравится, может быть, то, что очень редко вот эти, идут длинные вот эти. Вот такая красоточка. 409 рублей. Сейчас покажу. Много здесь. Вот, посмотрите, один цветонос. Вот такая вот красота. Вот такой весь пятнистый, красивый, 549 рублей. А здесь вот совершенно другой. Хотя губа, да и губа и разная. То есть вот он разный, он какой-то странный. Тремя цветоносами. Правда, болото тут, но зато такой оригинальный. 549 рублей. Вот такая красота. Ой, какая красотка, посмотрите. И здесь желтенький такой мазочек, очень красивая, мордовенькая внутри. Даже ее вам толком не показала, по-моему. Вот, очень красивая. Так, мне подсказали, что это сорг-сонг, похоже. Вот. Ничего, хорошенькая. Главное, красивенькая. О, тоже. Ну, беленькие. Стали нравиться, красавица. Вот. Ягуарчик здесь есть, тоже вам покажу. Вот такая нежнятина розовая.
Ну вот. Огромные цветы, темно, да? Ну тут рядышком есть вот еще одна красотка. Но очень красивая. Вот ягуарчик. У меня, к сожалению, он пропал. Сейчас я его брать не буду. Вот крупноцветковый за 409 рублей. Очень красивый. Вот. Вот такие. Господи, боже ты мой. Часто бывает бабочка. 549 рублей. Так. О, вот это мне нравится, Вот это вот. Но это уже не муж, он немножечко другой, не такой, конечно. Вот, не муж. Тоже 549 рублей. Два цветоноса. Это очень яркий, красивый цветок. Вот еще один. У меня такой есть. Дай бог памяти. А памяти нет. 409 рублей. Очень красиво. Очень красиво. Не взяться. Посмотрите, шикарно. Но у меня такой есть. Мне он очень нравится. Красивый. И корешочки хорошие. И основания хорошие. В общем, все хорошо. Все хорошо. Красотка такая. Вот еще одна. И полосатик, и посмотрите. Пятнышко. Ну вот этот вот оригинальный, да? То есть и такой. Как потом он процветет, неизвестно. Ну. Вот такая вот орхидеечка тоже. Как она называется? Ой, это я не знаю, как она называется. Так. Ну, крышки хорошие. Как я хочу. Анаконду хочу. Так, мне сказали, что это осло. Ну, такой симпатичненький, оригинальненький. Цветочек, правда, немножко побитый жизнью. Вот тут вот один уже отцвел, но есть. Надежда, а корней много. Рада, не все залит. Так, вот такая орхидеечка. Очень милая, красивая. У нее детка еще есть. Затем, это то, что я набрала. Вот. Типа кота. Что-то такое пятнистое, красивое. Вот. Корешка. Ну, такой, как яблочко, не знаю. Вот что-то вот нравится мне такой. Такая орхидеечка, прелесть. Вот не знаю, почему. Жалко, названия нету. Вот там цветоносик. Просто красота. Я побывала в 7 цветах. Что я там приобрела? Купила себе. Ух, я очки сняла. Вот такую орхидеечку. Тут я уже поковыряла, было темненько, заможу максином. Почему я взяла? Ну, она такая, конечно, как реанимашечка, тут с корешочком. Я ее взяла для себя за 309 рублей. Но посмотрите, это восковичок, это действительно такой плотный. Орхидея, красивая орхидея. Посмотрите, вот такая красота. Супер. Мне нравится. Была у нее еще цветашечка, я оторвала, потому что там рассмотреть рисунок было нереально. Google и, господи, кто у нас там, Яндекс, не захотел мне ничего указывать, показывать, что это за орхидея. Ну вот, поэтому даже не только эта орхидея, он вообще сегодня капризничал. Нет, и все. Нет, не знаю. Ну, не знаешь, так не знаешь, дальше мы смотрим. Так, что у нас идет? Вот это вот орхидея. Еще одна. Смотрите. Мало корешков. Да, мало корешков.
Я сначала думала ее продать, но так как маловато корешков, хотя все и основание хорошее, и как бы, ну, есть, видите, механические повреждения, вот листочка. Здесь как бы это самое. Я решила оставить себе, потому что, ну, вот, ну, как такое продаж, да? Это вот такая орхидея, это биглип. Что-то от каменной розы он взял, такой бордовый, там темно-бордовые пятнышки, полосы. Ну вот, то есть, может быть, мамка там, да, была и каменная роза, ну вот, но это, понятное дело, нет у нее. Окантовочка белая, красивая такая, язык биглипа, да, такой рюшечный. Это именно, видите, да, это окрас. То есть красивая орхидея, не знаю, мне очень она понравилась. Отличная цена за 309 рублей. Это то, что вот я взяла себе. Вот этот вот биглип. Хотя вот, ох, сейчас смотрю. Так было не видно. Но на свет нижние листья, они просвечивают. Они просвечивают. Еще не знаю, может быть, там ни одна девушка возьмет. Ну вот, нижние листья просвечивают, и они там, как знаете, краб, такие пятна, очень красивые. Ну вот, вот все мои покупочки. Спасибо всем за внимание, большое спасибо, что зашли на мой канал, огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии, хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех благ вам, чтобы все ваши желания исполнились, чтобы ваши близкие, родные, дети не болели, питомцы, чтобы они вас всех радовали, чтобы они все-все были счастливы. Вот, ну и... вам, конечно, большущего земного счастья. И неземного тоже, какое только возможно, счастья. Всем нам. Мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Что же у меня сегодня такое? А? Не знаю. Вероисповедание. До новых встреч. До свидания.